В Луганской области минувшие сутки были отмечены серией провокаций украинских силовиков. Неустойчивый мир постоянно нарушают диверсионные группы, которые Киев забрасывает на юго-восток. Минометный обстрел периодически возобновляется со стороны поселка Счастье. Подразделения ополчения усиленно патрулируют границу вдоль реки Донец, которая разделяет конфликтующие стороны. Мирные жители возвращаются в город, но опасаются штурма. Из Луганска репортаж Станислава Назарова. Спецподразделения комендатуры Луганской Народной Республики продолжают операцию по поиску и ликвидации украинских диверсионных групп, переброшенных на территорию города еще на прошлой неделе. Военная прокуратура тем временем фиксирует все новые свидетельства и показания местных жителей о военных преступлениях силовиков украинской армии. Снайпер работал с той стороны, отработал там по колесу. Ранним утром на въезде в Луганск следователи комендатуры обнаружили машину с двумя убитыми ополченцами. По всей видимости, со стороны лесопосадки работал снайпер. Первый выстрел был произведен по покрышке автомобиля. Машина остановилась, ополченцы вышли ставить запасное колесо, когда попали под перекрестный огонь. Двух снайперов, бойцы ЛНР, возвращались с боевого задания с передовой и попали в засаду на территории столицы республики. Здесь произошло убийство двоих человек. Ополченцев. По всей вероятности, но не по подтвержденным данным, это была попытка диверсии с целью захвата оружия. Диверсантам скрыться не удалось. Оперативная группа комендатуры уже уничтожила боевиков, пробравшихся в город. Как раз со стороны огневых позиций украинских военных, укрепившихся в поселках Счастье и Станица Луганская. Разведка ЛНР сообщает о нескольких таких группах, действующих на территории города. На ремонтной базе в Луганске пока одна боевая машина пехоты. Только на днях отсюда выехали 4 отремонтированных танка. В этой машине заклинило сцепление и механизм башни. Потекло масло и были повреждены катки. В ближайшие дни машина выйдет на боевое патрулирование линии фронта. Ну вот БМП вторая. Взяли украинцы, кинули. Потек двигатель, вода погнала, радиаторы забиты. Вот на каких катках ездят. Это мы катки уже поменяли. Вот на чем ездят. Техника у них вообще негодная, она и не ремонтировалась никогда. Жители, вернувшиеся в столицу республики и освобожденные города и поселки, опасаются штурма Луганска и возобновления полномасштабных боевых действий. В поселке Красный Яр во время оккупации боевики одного из украинских батальонов на глазах у сельчан расстреляли родственника председателя поселка. Они его застрелили, потому что они вошли, во-первых, калитка была закрыта, они калитку расстреляли и открыли. Он пришел на встречу, чтобы узнать, что это такое, и они его застрелили из автомата. Еще одна информация пришла из поселка Старобельск Луганской области, где в СИЗО содержатся военнопленные из подразделений ополчения ДНР и ЛНР. Сегодня стало известно, что около 30 из 70 захваченных диверсантами и украинскими силовиками в плен ополченцев могут быть расстреляны в ближайшие часы. Людей, которые действительно воевали в подразделениях ДНР и ЛНР, вот они подвергаются пыткам, и, к сожалению, очень многие погибли, а многих пытаются уничтожить. Время идет на часы. Необходимо до конца сегодняшнего дня сделать все возможное, чтобы спасти парней. Но дело в том, что они боятся отпускать людей, которые воюют за свой дом, за свою землю. Это идейные люди. Они понимают, что эти люди не будут сидеть дома, пока враг топчет их землю. Наводчик-оператор танка Т-64 под флагами Новороссии воюет на северных рубежах обороны Луганска. После 3 курсов обучения в танковом училище он приехал на передовую. Службу в армии Луганской Народной Республики проходит на трофейной боевой машине, захваченной у украинских силовиков. Во всем экипаже только у него специальное образование, других бойцов Джалиль обучал сам управлению танка и тактике ведения боя. Ребята, они вообще даже не знали, что такое танк, видели только на картинках, либо около пьедесталов каких-нибудь, старые Т-34. Многие экипажи уже было мною подготовлено, в принципе, ребята толковые, схватывают все на лету, вот, результаты очень хорошие, меня самого радуют. В городе Краснодон, который теперь находится в глубоком тылу, сил ополчения по-прежнему перебои с поставками продовольствия. Особенно гуманитарная проблема ощущается в детдомах и интернатах. В интернате для детей, страдающих ДЦП, не хватает специализированных медикаментов и питания для такой категории инвалидов. Российская общественная организация «Национально-освободительное движение» этот интернат решила взять под опеку. В первой партии гуманитарной помощи детское питание и специализированные каши. Таким детям воспитатели помогают принимать пищу, питаться самостоятельно ноги просто не могут. Что смогли, я сюда собрал детское питание, памперсы,
продукты питания, кашки, там, ну, все то, что надо деткам. Северные и северо-восточные рубежи обороны Луганска патрулируют усиленные подразделения армии ЛНР. По позициям ополчения со стороны поселка Счастье продолжаются обстрелы из минометов, АГС и пулеметов. Танковые подразделения противника демонстративно передвигаются вдоль линии фронта. На это ополчение выходит в круглосуточное патрулирование.